шваркаясь по стенам. Однако, все заложники Пит. Это забавно. И странно. Прямо как он. Тебя заметили. Прости, Майлз. Давай снова. Засекли. Попробую еще раз. Меня кто-нибудь спасет! Помогите! Ты говоришь, Майлз, я отвечаю удивительно! Майлз удивительно! Майлз удивительно! Все заложники свободны! Огромный успех! Теперь, когда ты их освоил, скрытные добивания будут повышать твою мощь. Скрытность — наше все! В следующий раз поработай над бесшумным нокаутом. Теперь саперные работы. Если охранников отвлечь от бомбы, можно обезвредить ее незаметно. Степень угрозы
Вернись же. Отлично, Дагал. Очень продуманный. Что думают люди, видя, как я прохожу из этого? О, тут Человек-паук подкрадывается к голограммам. Все нормально, ничего такого. Постарайся отвлекать охранников, а потом незаметно обезвреживать бомбы. Надо увести их от бомбы. Следуем протоколу поиска. Звуковая тревога. Возможные нарушения. Еще один поверженный враг. Пытаюсь обнаружить цель. Обнаружено возможное вторжение. Не повезло тебе. Прости. Пытаюсь восстановить визуальные контакты. Время сиесты. Обезвредил. Отлично. Продолжай. Теперь не рванет. Молодец. Так, еще не все. Я понимаю, что бомба не настоящая. Как это все напрягает. Отправляйся, квест, если не боишься. Блин, как же трудно изображать злодейский смех. Да, кстати, он прав. Интересно, злодеи учатся такому смеху. Ты села. Что-то...
Поступают жалобы на подпольщиков. Они портят рекламный щит. Уэс, благословенные слова. Моя альма-матер. Я тебе рассказывал, что случилось, когда я начал тут учиться. Подойди к точке старта, и тогда узнаешь все сам. Это будет весело. Это имитация стервятника. Потрясающая тренировка! Спасибо Питу за отличный дизайн боя!